Добрый день! Универсальный читальный зал Кустанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого продолжает проект по продвижению изданий из фонда нашей библиотеки. Сегодня я хочу познакомить вас с романом австралийского писателя Маркуса Зусака «Book Thief» или «Книжный вор» или «Воровка книг». Данный роман находился в списке бестселлеров, по мнению New York Times, 260 недель. Также у него имеется экранизация 2013 года. Автор очень смело предоставил роль рассказчика и повествования самой смерти, который, в свою очередь, рассказывает про жизнь главной героини, 13-летней девочки Лизель Мемингер. События романа происходят в военный период, начиная с 1939 года. И по мере прочтения мы можем наблюдать, как растет Лизель, как меняется мировоззрение, как она учится читать и, полюбив чтение, начинает воровать книги. Трагичность и мрачность данной книги цепляют читателя до конца повествования. Автор, смело предоставив роль рассказчика самой смерти, тем самым завоевал очень много сердец. Но при этом смерть представляется здесь не как злодейка, а как персонаж-рассказчик, который, в свою очередь, пытается заботиться о жизни главной героини. Значимость книги в романе сравнивается с сокровищем, а по мнению книжных критиков, данный роман является самым необычным и убедительным австралийским романом нового времени. На этом все. Берегите себя, будьте здоровы!